Прости за то, что я сделал, Джеймс. Я знаю, ты сам хотел поехать на материк. А ты прости, что я дразнил тебя. Я вообще-то не всеобщий любимец. Если кто-то и любимец, Томас, то скорее это ты. Что за глупости, Джеймс? Кто же захочет быть любимцем? Мы все хотим кого-то обогнать. Но стоит ли доказывать, что стал ты лучше всех? Зачем же, если нам придется дружбой рисковать? Разве важно, кто из нас любимец? Ведь дружбу надо нам оберегать. Ведь дружбу надо нам оберегать. Каждый может помочь, каждый может прийти. Ведь каждый может свою роль найти и в ней других превзойти. Каждый может помочь, если там ты придешь, то работу здесь и друзей сразу найдешь. Каждый может помочь, если к нам ты придешь, то работу здесь и друзей сразу найдешь. Ну кто захочет быть любимцем? Мы все хотим кого-то обогнать. Но стоит ли доказывать, что стал ты лучше всех? Зачем же, если нам придется дружбой рисковать? Разве важно, кто я?